911. Где случилась ваша чрезвычайная ситуация? Здравствуйте. Хотел сбежать от дядюшки Фрэнка? По снегу, оставляя за собой следы? Пойдем домой. Если разобью окно, то может получится сбежать? Только это будет громко. Должно же быть в этом чертовом доме что-то, чем я смогу открыть окно без лишнего шума. Чертово стекло! Как же больно! Больше. Не могу. Откуда столько крови? Бедный, глупый мальчишка. Но ничего, твое тело еще послужит великой цели. Если разобью окно, то может получится сбежать? Только это будет громко. Должно же быть в этом чертовом доме что-то, чем я смогу открыть окно без лишнего шума. Надо бы проверить. Только бы не заметил, что я выходил. Только бы не заметил. Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Это человеческое? Вашу мать! Вашу мать! Сломан. Но если смогу починить, то выберусь без шума. Пусто. Значит, он его уже куда-то положил. Thank you.
этот звук? Из столовой? Черт, черт, черт! Он сейчас придет! Это ты там шумишь? Погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Вот теперь как новенький. Почти. Прости, что не предлагаю. Но в этом месяце я и так изрядно потратился. Так что... Знаю, как это выглядит, но поверь, ничего такого я делать не собираюсь. Я не из этих, наоборот, я хочу помочь. Понимаешь, огонь он обжигает, он сжигает, и ему плевать. Что и кого, и насколько больно. А я хочу потушить его, и все прекратится. Я потушу твой огонь, и... Джейкоб, мы с тобой делаем здесь настоящее добро, настоящее. А не эту либеральную «подставь другую щеку» чушь. Да, это тяжело. Но быть мужчиной значит поступать по-мужски и платить большую цену. Ладно, мне пора наверх. Спасибо за то, что выслушал, Джейкоб. Что-то мне не здоровится. Так, приятель, не подведи.
сейчас у меня точно получится!